это да. Зацените ямочку. Вот камрады. Наполовину, ну по колено, ё-моё. По колено углубились. Вот дебилы. Думали клад, наверное. Ай, пидорасы. Не одобряем, конечно, дискриминацию. Но это они. Придется за них поработать. Половину. Еще не до центра земли-то. Ребята, глубже копайте в следующий раз. А тут есть, кстати, пару мест таких. Поэтому у них, наверное, хороший сигнал был. Потому что тут что-то пару мест таких есть. Ах ты, блядь. Ой, красавцы. Ой. О, работы белому копателю подкинули. О, ой, молодцы. Ой, дед Хабар вас отблагодарит каким-нибудь вопом. Да. Опа. Опа. Пипец. Наполовину. До центра земли. Кино такое. О. Вот. И все. О. Так, ну уже более-менее. Вот, чудаки, чего вы ищете? Чего вы думаете на поле? На поле, не в деревне. Быть на такой глубине. А? Ответьте мне в комментариях, как назвать таких людей. Давайте придумаем им название. Фу. Ох, старику подкинули работы. Ладно, пойдем дальше.